Отечественный, полностью цифровой. Изображение на компьютер сразу поступает в виде картинки. Время на расшифровку тратить не нужно. Новый рентгеновский аппарат установили в поликлинике в Ромашково. Работать на нем одно удовольствие, говорят врачи. Доза облучения минимальная, а вот качество изображения выше всяких похвал. Включили первый раз, уже все понятно, легко. Это самое главное для врача, когда он легко на новом месте осваивается и приступает к работе. Это получается, что более эффективно мы работаем для пациентов. Подбородок нужно поставить вот в эту область, да, приоткрыть рот и слегка запрокинуть голову. С этим аппаратом Елена на «ты». Видеть пациентов насквозь в буквальном и переносном смысле для нее дело обычное. В профессии 9 лет, признается, прошла большой путь от медсестры до врача. Когда пришла в ВУЗ, у меня были одни цели, и дальше уже медицина лепила из меня врача. Я подрабатывала медсестрой и видела ее с этой стороны. И дальше, когда пришла работать рентгенологом. Переехала из Барнаула в Подмосковье по программе «Земский доктор» в поликлинике в Ромашково. Работает со дня ее открытия. Адаптации не было, сразу влилась в работу. Я как рентгенолог, да, я вижу динамику, если люди болеют. Да, есть, конечно, заболевания, которые прогрессируют, а есть, которые излечиваются. Когда ты это видишь, когда он приходит, да, у него одышка, нет сил. Это одна история. Когда он приходит через 10 дней на своих ногах, улыбаясь, как мне лучше. Вот она моя энергия, вот они мои силы. Переломы, ушибы, заболевания внутренних органов. Каждый день Елена проводит исследования, расшифровывает их результаты и делает заключения. В рентген-кабинете все работает как часы. Мы приходим на работу, включаем аппараты, производим осмотр кабинета и приступаем к работе. Вызываем пациента очередного, вот, записываем его в журнал и дальше уже укладываем, ставим, снимаем. Процесс запущен. На достигнутом Елена останавливаться не собирается. В планах освоить аппарат МРТ и продолжить обучение в аспирантуре. Карина Гиряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».